Дорогие друзья, я хочу рассказать вам о судьбе и творчестве Борислава Брандукова, советского и украинского киноактера, народного артиста Украинской ССР. Борислав Брандуков родился 1 марта 1938 года в селе Дубовое Полесского района Киевской области в семье военнослужащего. Окончил Киевский строительный техникум. Работал прорабом на стройке, потом на заводе «Арсенал», где играл в Народном театре. Там его заметил ректор театрального института имени Карпенко Карова, который предложил Брандукову поступить в институт. При сдаче документов в вуз Брандукову было отказано: «Знаете, с такой внешностью, как у вас, прорабом работать нужно, а не в театральный проситься». Но за 23-летнего Борислава заступился ректор вуза Николай Заднепровский. Окончив киноактерский факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко Карова, Борислав Брандуков становится актером Киевской киностудии имени Довженко. Он один из самых любимых актеров СССР, неподражаемый исполнитель ролей алкоголиков, проходимцев и просто недалеких людей. Как киноактер Борислав Брандуков дебютировал в 1962 году в фильме Сергея Параджанова «Цветок на камне» Бакинчика Авдея Мезенцева в драме «Остров волчий». Борислав снялся в биографической картине «В шаге с крыши» в роли поручика. Понимаешь, интересные цацки там нашли, насиновали. Винтовочки, 5 очек у патронов, гранаточки. Все смазанные, как для ревизии. Ах, не понял? Многие фразы персонажей Брандукова превращались в крылатые выражения. В комедии Леонида Гайдая «Гараж» герой жених кричит: «Выпустите меня, у меня сегодня брачная ночь». В цыганской драме «Табор уходит в небо» его буча произносит философские слова: «Мордой не вышел для дел добропорядочных». Но самыми знаменитыми словами оказалась реплика из нетленной картины «Афоня». «Гони рубль, родственник, мне Афоня рубль должен». Далее последовали фильмы «Кто вернется, да любит», «Женитьба», «Семья Коцубинских». И о чем же он, этот литератор? Он позволяет себе воспевать печальные события революции 905 года, Ваше Величество. Суета-сует, здравствуй и прощай. Сколько у нее? 3. Ну, знаешь. Так у тебя же тоже 3. Потом оформим, как мать героиню тебя. Ну, в смысле ее. Подвиг Одессы, если верить Лопатухину. Брандуков появлялся чаще всего в небольших или эпизодических ролях, но неизменно вызывал улыбку зрителей. Его обаянию невозможно не податься, даже если это герои, грубо говоря, отрицательные. Причем работал актер, пользуясь несколькими, сугубо брандуковскими штампами, свойственными только ему. Наиболее известны такие его роли, как алкоголик в 100 грамм для храбрости, незадачливый начальник турбазы в «Спортлото 82», фальшивый капитан Колбасьев в «Мы из джаза», сторож Петрович «Нужные люди», крановщик Измайлов «Раз на раз не приходится», деревенский милиционер Грищенко «Зеленый фургон» и... В театре я имею в виду, Чайковский, помните, Евгений Онегин? Там тоже варенье варят в первом акте. Ну да, варенье. Да чисто ж таки, как слеза. Вот дивите, зараз. Значит так. У Неприенка из кукурузы, так? У Фердоколониста, он левее, где дерево это суп, да, он там. У них сахар, ну то таке. А он там слева, у Лосачихи, то пшеничное, а он... Блистательно сыгранная роль инспектора в сериале о Шерлоке Холмсе. В фильмографии Борислава Брандукова есть немало главных ролей, например, начальник заставы майор Константин Гребнев в киноповести «Я служу на границе», ветеринар Павел Дёшкин из легкой мелодрамы «Вас ожидает гражданка Никанорова» или бригадир строительного коллектива Михаил Степчак из производственной картины «Крупный разговор», трагическая роль вора в фильме «Каменный крест», за которую он получил диплом 3-го Всесоюзного кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Борислав Николаевич отказывался от центральных ролей, если они ему не нравились, и всегда мог, по его словам, из любого эпизода сделать конфету. Снялся более чем в 100 фильмах. В начале 1960-х Борислав Брандуков женился на студентке Ленинградского политехнического института. Совместная жизнь оказалась неудачной, вскоре после свадьбы выяснилось, что жена имеет психическое заболевание, и спустя короткое время они развелись.
со своей второй женой, будущей актрисой Екатериной, студенткой театрального института Борислав познакомился в 1969 году, тогда ему был 31 год, а ей 18. У Борислава и Екатерины родилось двое сыновей, Константин и Богдан. После первого инсульта Брандукову стало тяжело произносить текст, поэтому более 30 ролей, сыгранных позднее 1984 года, озвучивали Игорь Ефимов или украинский артист Анатолий Юрченко. С 1997 года актер в кино не снимался, так как был тяжело болен, перенес два инфаркта, потерял речь. Борислав Николаевич Брандуков скончался 10 марта 2004 года в Киеве. Виктор Мережко снял документальный фильм «Борислав Брандуков», первый после Чаплина. Осенью 2008 года в Киеве из печати вышла книга «13 исповедей», составитель Екатерина Брандукова, в которую вошли поэтические миниатюры и стихотворения Брандукова, воспоминания о его жизни и творчестве. Борислав Брандуков – первый лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко. Лауреат 19-го Всесоюзного кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Крупный разговор». Получил диплом 3-го Всесоюзного кинофестиваля за роль в фильме «Каменный крест». Дорогие друзья, спасибо вам за ваши прекрасные комментарии и внимание к моим работам. Я желаю вам семейного благополучия, взаимопонимания и поддержки ваших родных. До свидания, Алексей.